Сирени, бегонии, петунии, тагетисы, розы и тюльпаны. Каких только растений и цветов не увидишь в Бресте. Одни украшают город весной, другие – летом. Вдоль транспортных магистралей, в уютных двориках, больших парках, любимых аллеях и скверах. Брест – город цветов. Дело заботливых рук специалистов-коммунальника. Сегодня в самом разгаре работа по посадке цветов на въезде в Брест у знака Стеллы, которая ежедневно встречает и провожает большое количество гостей. Основные посадки – это центральная часть, где будут происходить массовые гуляния, где площади с наибольшей там рекреационной нагрузкой, поэтому они больше всего и украшаются. Также у нас в Бресте это улица Советская, значит, бульвар, улица Ленина, улица Гоголя, Мицкевича. Вот эти основные улицы, на которых у нас расположены основные цветники. Выбор пород цветов во многом зависит от места посадки, от того, насколько устойчивы растения к окружающей среде и климатическим условиям. По ассортименту рассады будем использовать на 90% будем использовать то, что уже себя зарекомендовало и устойчиво, скажем так, к городским условиям. Это засуха, загазованность. С учетом опыта этого года, что у нас вот порядка уже 3 недель нет вообще, скажем так, осадков атмосферных, лучше себя зарекомендовала эта бегония вечно цветущая. А вот насколько ярким и пестрым должен быть областной центр, определяют нормы и правила. Все решения согласовываются совместно коммунальным предприятием, управлением архитектуры и градостроительства. К тысячелетию запланировано высадить около 1 миллиона цветочной рассады. В настоящее время украсили город 500 тысяч. Заменяются уже какие-то ранее посаженные цветники ввиду погодных условий, жарких в этом году. Вот где-то приходится что-то заменять чаще, нежели чем потребовалось бы, если бы были хорошие погодные условия. Мы ежегодно добавляем, расширяем наш ассортимент. В этом году очень нам понравилось новое растение декоративно-лиственное, которое называется гипесис, гипоэстис. В этом году мы заказали 3 оттенка, и данное растение нам очень понравилось. Вот сейчас мы как раз его применяем в цветниках. Вот, и те эскизы, которые будем воплощать в ближайшее время в жизнь, тоже предполагают посадку данного растения. Летняя кампания по посадке активно продолжается, набирает обороты и подготовка к 3-му сезону фестиваля цветов. В этом году фест пройдет с небывалым размахом сразу на 3 городских локациях. В свою очередь работники коммунальника готовят свой сюрприз и призывают брещан принять участие в цветочном марафоне.